Дай ботиночки вот эти сюда, потому что я боюсь, она грудь их пожмет и подавится. Я потом тебе их подам. И кольцо. А то она подавится, она шумит. Ну, а вы не смотрели вчера Евровидение? А? Не смотрели вчера Евровидение? От чего? Ну, а что мы не смотрели? А, мы фильм смотрели. Интересно. Пряности и страсти. Да? Лиза, забери, забери, забери. Быстро забери. Иди туда, ты. Вы же убери от меня. Иди, и чай. Чего? Возьми. Это не камера. Возьми чай. Вот так. Да. Ты расскажи что-нибудь. Говорит, что я отвалил. Уберите от меня. Да ладно. Мне говорят подписчики, побольше снимай свою сестру. Да, я тебе дам комментарий, даже почитай под видео. Или мне Женю снимать. Они все хотят, чтобы я снимал. Лизочек. Ты чай пьешь, Лизочек? Мамку снимаю. Не надо мне. У Лизы, смотри, красная футболка, красные бантики и красная шапочка. Лиза, а ты любишь сниматься? Да. Любишь? Да. Ничего себе. Ты тоже актрисой будешь? Она сама всегда говорит, снимай меня. Да, Лиза? И ты не стесняешься? Молодец. Так она же ходит на этот актерский кружок. Ну, актерское мастерство. Комсомолец, да, Лиз? Да. Ты с сухариками пьешь или с этим? Колбаску. Да, Лиз? Тебе какие больше сухарики понравились? Мне оба, да, вкусные? Тебе эти мягкие? Эти твердые. Сахарные. Твердые которые? А те не сухарики. Пирожные. Мне кажется, какие-то кексы. А что же интересно, а те охранники остались в 15-м корпусе? Нет, они... А, в 15-м, да, я вчера с ним разговаривала. Остались, да? Пока да. Как у них дела? Нормально. Спроси, может, Саше еще надо доложить? Кексик или сухарики. Саша! Мы сейчас будем курицу греть. Тебе, да? Ой, я только сегодня с утра ел курицу тушеную с овощами. Я не хочу с морковкой, с луком и картошкой курить. У меня сейчас дома много еды. Ты, короче, пока ты уедешь в Москву, еда есть? Нет. Да. Надо, короче, надо себе покупать, наверное, беруши, когда поеду в Москву. Потому что там, наверное, будет дурдом вообще. Ты пробовала в Москве? Нет, не пробовала. Надо попробовать. Я не то, что спать, я думаю, где мы там ходить, там квадратный метр. Даже и квадратного метра нет. А то, что спать, это... Просто соседняя комната тоже... Люди же. Если вам звонят. Ир, передай это. Моей подписчице это привет. Какой? Ее зовут это. Оксана. Оксана Федорова. Но она живет в Казахстане. Ну, это женщина. Передай ей привет. Оксана Федорова, передаю вам привет. Горячий, пламенный. Мам, папа, который мне к ней несет мишку. Нет, это другая. Передай это еще Джафару Мишка привет. Нравится? Джафару. Из Одессы Джафару. Он, да, он скажи, Джафар, привет тебе. Джафар? Джафар! Иди, мужчина, да, Джафар. Это у него ник такой в интернете. Он в Одессе живет, в Одессе. А зовут его как? Ты его так зовут? Ну это у него ник, ты так и скажи. Джафару Джафар, привет. Я тебе хочу передать привет. Здесь такая внучка. И здесь. Счастья, здоровья. Так подожди, может ты из дома ее любишь? Что там еще? И домашний хапчик. Домашнему хапчику передай привет. Хапчику? Да, домашний хапчик, у него ник. Ты ее брала? Может, у домашний хапчик? Привет. Или вы там не были? Не были. Ты же убери эту камеру, я не могу. Домашний хапчик. Я вчера его стрим смотрел. А что это такое? Стрим – это прямая трансляция. Стрим – это когда стыдно. Это в Фейсбуке.
онлайн. Нет, это в Ютубе. Включаешь камеру и онлайн, и все могут писать, что хочешь. Ты снимаешь его вживую, и тебе тут же там комменты сыпят. Ну, а это только такая же тема, только в Ютубе. А на какой ты с собой? На Facebook зарегистрирован? Да. Часто туда заходишь? Ну, так, иногда. Ну, там есть иностранные адреса? Да. Откуда? Мне из Африки писали. И у меня с Африки из друг. У меня с Африки, с Америки, с Индии. Все, больше не так. Сейчас, еще чуть-чуть, еще 3 минуты. Да 3 минутки. Смотри, наш... Гриш, Саша получил первое место по истории в конкурсе. Знаешь, какой умный? Первое тебе место. Самому не интересно, вот когда будет тебе 70 лет, вот будешь ты как баб Галя, и ты посмотришь видео, когда тебе было 40, разве тебе не интересно? Почему не 40? Мне только 20. Тебе 40. Не ври. Мне 20. Да, сыну твоему 14. Подписчики не слушайте. Она врет, она родилась в 1978 году, ей 40 лет. Ее сыну 14 лет. 85, да, а сыну твоему как же 14 лет? А мне 43. Ага. Тебе 40. 19 лет. Не ври. Это врунка, блин. Тебе не стыдно врать? Еще про актеров говорит, а сама прям на камеру смотрит и врет. Ну, расскажи еще что-нибудь. Как назвать? Посоветуй мне, как мне назвать это видео? В гостях. В гостях. Нет, уже такое было. Принес к сестре угощение. Нет. Надо какое-то интересное название. Пришел проведать сестру. Нет. Сестра передает привет. Блогером. Что, сестра? Или назвать? Не знаю, как. Камеру, скажи что-нибудь. Какую камеру? А вот сюда, смотри. Ко мне подойди, увидишь. Не вижу себя. Вот он тебя снимает. Скажи что-нибудь. Я передаю вам привет. А ты туда к Ире стань. Здравствуй, Нелли уже куда приползла. Назад, пошли. Да, разворот. Да. На, Настя, Настя. На. Ты не понравился? Иди, бери. Да. Понравился? Иди, ползай. Ползай, бери кухню. Больше нет колбаски, что ли? Нет, дома еще кусочек у меня есть, я тебе принесу лизочек. Тебе понравилось, да? Да. Иди, лизочек, иди. Вот, лизочка, иди. Ну поговори, еще минуту поснимаю тебя и все. Что ты еще расскажешь? Я так не умею. Пойдешь сегодня гулять? А ты не хочешь свой канал создать? Да я думаю об этом. Не, серьезно? Я пропиарю тебя. Я хочу, только я еще думаю, чем мне. Что мы там... У меня уже больше 1000 подписчиков. Угу. Это будет хорошая реклама, я тебя прорекламирую. Надо миллион, чтобы было, Гриш. Ты к миллиону стремись. Угу. Нет, вот сейчас 1000, стремись к 10 000. Угу. Потом стремись к 100 000. Все, слава Богу. Но он стремится. Я же, видишь, каждый день снимаю. Он стремится. Так ты эти снимаю, как он называется? Хайзлай. Знаешь, что такое, Гриш? Не.
Ладно, друзья, всем пока. Спасибо, что посмотрели видео. И от сестры вам привет.